зарядное устройство для Xbox'а. Топ-станция. Значит, вот так вот выглядит устройство этого комплект плюс провода. Вот, значит, коробочка, давайте ее вскроем. Значит, в коробочке у нас находится аккумулятор. Вот так вот он выглядит. Аккумулятор на 800 мА. Дальше также две крышечки идут, вырезанный под джойстик для зарядки. Вот, значит, комплектик, провод питания. Вот так у меня есть джойстик еще один. В принципе, неплохой джойстик. Ну, могли бы сделать и покачественнее. Значит, джойстик могут устанавливаться и батарейки, и аккумуляторы. Давайте установим вот этот вот аккумулятор. Вот, значит, разъем для зарядки, он здесь виден. От старой крышки придется отказаться. И вот так вот он у меня стоит, заряжается от Xbox. Также можно его заряжать от провода питания. Также можно его заряжать от розетки. Если горит зелененькая лампочка, значит слот свободен. Когда вы поставите разряженный джойстик в зеленый слот, то он загорится красным. В принципе, штука нормальная. Меня устраивает, месяц заработает.